Стали известны новые подробности о 9 погибших в ДТП в Атрауской области. По информации пресс-службы областного департамента полиции, на автомашине Renault Duster находились граждане Макатского района. В машине были 57-летний водитель со своей 55-летней супругой, 15-летним сыном и 36-летним родственником. А второй машиной марки Geely управлял 36-летний житель пригородного поселка Тумарлы, перевозивший своих родственников, 67-летнюю женщину, 63-летнего мужчину и 28-летнюю женщину. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан.